Сейчас Уралы стали делать с бошевской, с вашей аппаратурой, с немецкой. Они не хотят ехать вообще. Раз в России все есть. Зачем купить Bosch, Mercedes, Iveco? Абра означает город. Город. Это город Куриц, это К и Y. Вот здесь для шампуна. Все понятно. Люк, это родной на кабине Урала, да? Да. Родной. Ага, военный. А вот этот что за этот ящик? Очень трудно заправить с водой там здесь, в России. Никто не там на заправках. На заправках нет воды у нас. Что читается по-русски? Курс. Курс. А, вон курс. Как. Курс. Алексей позвонил, говорит, приехали из Германии ребята на Урале с камазовским двигателем Кунг. Сами делали, не? Кунг изобретал он. Герхард один, да? Герхард Вольфганг. Это Моцарт. Вольфганг. И Герхард Шрёдер. А, все понятно. Вон как можно запомнить. Ну что, расскажите про свою машину. Я понимаю по-русски немного. Я немного говорю по-русски, и он еще хуже. Но давайте постараюсь ответить на ваши вопросы. Какого года машина? 90-го года, да? Был бывший военный на ГДРовской народной армии. А пробег на сегодня уже какой? Точно не знаю. 86 тысяч на спидометре, но они точно не увидели. Что-то наверное, мало для 90-го года-то. Да, так, в армии уже почти на ней ездил по Африке. По Африке. Да. Они слонов, наверное, гонял. Да, ага. А там в Марокко купили. Марокко и Египет. История интересная. То есть машина из ГДР, да. Потом она ушла в Африку, немецкий, потом в Польшу. Немецкий клиент купил. Ага. Из армии, ага. После окончания ДДР, продали. Ага. Какой-то немец купил, немножко переоборудовал и ехал в Африке. Ну, потом Вольфганг купил эту машину. Ну, показывайте. Пойдемте. Пойдем. Так. Новый бак вставили. Ух ты, бак-то, да. Бак, старый бак-то, наверное, проржавел. Так, вот это. Это алюминий или алюминиевый? Алюминиевый. Вот, Карловка отсюда до сюда подняли, ага. Чтобы легче заправить. Легче, ну конечно. Так. Наши-то за эти годы так и не догадались, наверное, так. Перенести. Там, сейчас, знаю, вот здесь можно подключить шланг. Ага, для душ. Воду, для душ. Да? Для душ. Там есть санавес, сейчас вам покажу. Ага. Вот там эта деревянная вот подножка, можно снимать и сюда. А, то есть это вытаскивается, там, и можно душ принимать. Душ принимать. Здесь, ага. Здесь санавес. Навес, да? Все, понял, вешает. Сейчас Вольфганг принесет там шланг. Колеса интересные, разные, по-моему, да? Или нет? А, нет, одинаковые, континенталь. Одинаковые, только шинит немецкие. Да, не елочка. Ага, все, понял, да. Понял. Ага. А там есть санвес. Ага. Все, и душ. Да. Понял, понял. Здорово. То есть вы вот сейчас едете, получается, из Германии, докуда едете? Специально. Они проехали по Золотому кольцу. Ага. Затем прошли через Пермь, Тюмень, Наумск, через Казахстан, Иркутск. То есть сейчас уже обратно возвращаюсь. Сейчас обратно будет. Вот я. Здесь для шампуна. Все понятно. Все понятно. Ага. Горячая, холодная, да, регулируется. Обалдеть. Там около Тюмена, там как тушь принимали, там на снег ставили. Ага. Что-то я смотрю, окантовка-то деревянная, что ли, сделана? Да, деревянная. Знаете, вот этот фургон выше, чем оригинальный, потому что у нас лебедка есть. Ага. А слепнетка, если лебедки нет, так и фургоны ниже. Ниже.
Поэтому здесь на свободу. Ну понятно, потому что там карданный тракт идет, да? И поэтому вы. И это место, которое было, сейчас наполнили спаком. Ага. Для воды. Там стоит. Ага. Это для как красная вода. Как Надо техническая вода. Ага. И там свежая. То, что уже помылись, так, использовали, собираем, это сливаем. И где-то хорошее место. Для отходов. Все понятно. Это ящики для инструментов. Противоподкатный, да? Подкачка. Да. А подкачка родная не работает? Или это шланг? Нет, это для переноски. Это электрический. Электрический, электрический, да? Да. Ага. Родная работает подкачка? Да. Да. Мы всегда с открытым краном поедем. Ага. Так. Площадка какая тут удобная сделана, так, да? А колесо как откидывается? Да, надо снимать. А, снять? Легко снимается. 3 минуты. Так. Она легкая. Ну, ну. Ага. А, ну вот, видно там, да. Палец фиксирующий, да? Так. А, болты надо откручивать внизу, получается. Да? Внизу откручивать, вверху палец. Да, так. Это. Так, да. И там шаг сюда идет. Ага. И там... Ну, не так уж и быстро. Так, и здесь. Здесь быстро они сейчас поставили прямо 3 минуты на самом деле. А вот так. Газ, 2 баллона, да, пропан? Так, так. Плитка у вас там? Так, так. Вот там наверху. Ага. Там... Торшатель мощный, можем подлезть. Да. Алюминиевый тоже, да? Вверху. Там у вас еще одна запаска. А как вы ее туда закидываете? А тут что, в военных ящиках боеприпасы? Да, еще военные ящики ведь, да? Это солнечная батарея у вас тут? Да. Обалдеть. Так, на нее вставать нельзя. Пачкается. Так и можно снимать. Угу. А, на, это, наклонять можно. И сколько она электричество дает вот такая панель? Вольфка, was geben die Abtriebe Panele? 200 ватт. 200 ватт, да? А напряжение сколько? 12. 12 вольт, 200 ватт. Эй. 12 вольт, да? 12 вольт. Ну, то есть она заряжает у вас аккумулятор, получается, там, да, наверное, да? И вам хватает? Хватает для цели. Угу. Это масло, наверное, да, какое-то? Масло. А тут что? А там резиновые ботинки. А. И одежда. Одежда. Угу. А я смотрю, еще вон, интересно, люк это родной на кабине Урала, да? Да. Родной. Это военный. Ага, военный. А вот этот что за этот ящик? Там есть канистры. Канистры, да? Канистры с топливом и маслом. Моторное масло. А здесь топор, и штанга железная, ага, и шланг, и пила. Там аварийное оборудование. Ясно. Ну, пойдемте спускаться. Мне уже тут голова закружилась, конечно. Молодцы, столько всего сделали. Я просто предвкушаю то, что там внутри должно быть. Там вообще, да, наверное, здорово. Сейчас. Ага. Да, ну запасное колесо тут без диска получается. Так. Все заменили. Ага. Это отпраздновали. Это только дома и... Только краном, да? Так. Ну, конечно, оно весит-то, наверное, под 180 килограмм или сколько? 100-150 килограмм. Ну, лесенка не очень удобная. Да, да. Поручно повыше не хватает. Да, да, ну, так да. Ну тогда не габарит будет, да, если так, сюда. Так. Если сюда загнуть, так, тогда не габарит будет. Так, давайте. Давайте. Внутрь пойдем. Ух ты как, пол деревянный. Как в деревенском доме. Так. Мойка. А мойка. Коньячок. Рон. Из Венесуэла. Так. Ключи, чтобы ничего не забыть, да? Так. Ящичек такой. Так. Часы. А это что такое? Краны газовые. Газа под газ. Вот, а, два баллона под каждый баллон? Нет. 2 круга. Там левый для плитка, ага, и правый для отопления. Ясно. Сейчас. Сюда. Ага. Так. Здесь холодильник. Ага.
холодильник. Все это есть, что надо. Морозильник тоже есть. Ясно. Да. Молоко-то с Вологды, наверное, еще, нет? По Золотому кольцу-то ездили. Молоко вологодское? Так, да. А, это он, чтоб он там это есть. Не открывался, да? Есть. Да, есть, надо. Так. Там есть аптечка. Электричество, аптечка. Да. Так. И там запчасти, лампочки и такие. Так. Сам вода. И вот это там предохранители 220 вольт. Ага. Потому что у нас там тоже розетка есть. Ага. Флешная. Для 220. Понял. То есть у вас инвертор тут еще стоит где-то, да? Да, тоже. И у нас там еще. Есть генератор, наверное? Генератор. Так. Это вот зарядка под телефоны. Так, там USB и нормальные. Так, у нас очень много таких розетки есть. И надо. Молодцы. Так. Окна какие у вас. Так, вот. Это уже сами делали. Нет, это как-то такой там для Кэмбери. Можно купить. А, отдельно готовы, продается, да? Так, москитная сетка. Так. Так, чтоб комары. Так открывается. Да. Сейчас я можно так. О, здорово. Так. Так, вот и лампочка, вот. Ага. Так. Так, ну понятно. Так. Газовая плита тут. Так, газовая плита. Ага. Понятно. И все наши продукты там стоят. Так. Так. Кофе. А когда едете, вот это все не бьется там? Не, нормально? Там не стоит, да, может быть, вот. А, ну пластиковое, да? Да. Там стоит, там ничего не будет. Даже фарфор там. Фарфор целый, да, остается? Ясно. Ну вот это сокровенно, надо залить, что не открывают. Ага. Сколько времени вы собирали вот этот, оборудовали кунг? Ну, полтора года. Полтора года? Полтора года. Вот этот алюминиевый стен. Ага. Здесь кровать современная. Вот видите. Ага. Все такие, понятно. Да? С ортопедическими, да, подкладками. Так, и под этим там есть бак, ага, для свежей воды. Для воды. Для воды. Там мыть. Все понятно. И кофе тоже. Для кофе и чай. Вот эта вода тоже была. А так. Тут у вас проход в кабину сделан. Да. Ух ты! Так. Обалдеть. Очень удобный. Можно, да? Так, пожалуйста, проходите. Ух ты, как корабль космический прям. Осторожно, там. Ага. Ух ты, сейчас я широкоугольную включу. Так, там наше навигационное оборудование там стоит. Ага. GPS. Ух ты. А крыша-то что? Крышу не доделали, да? Мы же что делаем? Промовили на крыше. Хотели купить, но... Ага. Не получится там для люк. А, есть только без лючка. Без люка. Ага. Вот там зеркало электронное. Ну это делаем дома, если берем. Уже ржаветь начало. Обрабатывали от ржавчины, да? Не страшно. Ага. Это люк. Так, можно, да, открыть? Можно открывать, там снизу. Так. Ух ты. Во как можно открывать. Так. Военный Урал. Я таких не видел даже, получается. Если... Здорово. Смотрю, тут у вас вольтаж показывает, вот, да? Да. Тут уже кнопки сами тоже все сделали. Да, можно сказать. Для фонари. А это камера заднего вида, да? Да, да. Ее можно переключить на три... Здесь ближе. Еще одна камера, так, да? Нет, да, там... А, она показывает, да? Так. Так. Ага. Здорово. Сиденья на пневмоподвеске уже сделали, да? Не, они не работают. Просто не работают? Да, к сожалению, нет. Надо новые купить. Ну, советские машины можно только дорабатывать. Да, конечно. Тут как бы делать и делать еще. Ну, здорово, конечно. Это у вас получается GPS-навигатор, да? Угу. Ну вы просто фанатики. Да. Осторожно, здесь. Да, я понял. Рации китайские у меня такие же есть. Фоли. Да, пленка. Баофэнг. Я здесь. У меня такие же рации. На рыбалку с товарищем, когда езжу. И знаешь,
у нас очень много розетки здесь. Ага. Вот, вот, если там спишь, там уже телефон и электричество. А вот это что такое? Ну, это там сохранители, предохранители. А, предохранители такие автоматические, так, да? Можно включить насосы. Насосы, там холодильник, ага. Свет. А где у вас холодильник? А вон там на входе там, холодильник. Не покажи. Так, естественно, объем воды. Ух ты, датчик уровня показывает, вот, да? Так, так. И что, сколько сейчас воды? 400 литров. А, полный, да? Полный, сейчас набольный. Да, ага. Набольный. Очень трудно заправить с водой, там здесь, в России. Никто не там, на заправках. На заправках нет воды у нас, да? Да, только на... как? Газнефть. Газпромнефть. Газпромнефть. Там есть вода. Там есть шкафики. Ага. Так. А у вас везде на заправках еще и вода есть, да? У нас? Да. Дома? Да, да, почти, да. То есть тоже с шлангом, прям? Да. Ну, шланг у нас есть. Ага. Вот, вот там, здесь внизу стоит отопление. Отопление. Здесь. Вебасто стоит. Двухкиловаттный, да? Или на сколько? А, нет, 5,5 он стоит. 5,5, да? 5,5 киловатт. Там здесь. Инвертор стоит, да? Да, инвертор, так. Компьютер там он у вас. Это работает, конечно, на керосин, на дизель. Ага. Солярка. И там час. Грюндик, телевизор. Да. Так. Сейчас это наши жены. Жены, это как отпустили-то вас в Россию-то? Не переживали? Нет. Нет? Это моя? Не, я к тому, что это все равно. Вот это жена Вольфганга. Ага. И это моя сестра. А это не фокстерьер у вас? Или да, нет, фокстер... нет. Чек Рассел терьер. Чек Рассел, у меня фокстерьер. А, так, фокстерьер. А, хороший собачка. Ага. Так. А это температура здесь, да, показывает? Да. Ясно. Сколько километров-то вы по России уже нагоняли? 7000. 7000? Да. Сейчас домой. Это еще сколько тут? Еще 6. Еще 6 до дома, да? Так, может, вот такие окна тоже немножко побольше. Ага. Так. Ясно. Вот такой вот фургон за полтора года сделали. Нет, вот это старые. Ну это родные, да, это да. Я посмотрел, уплотнитель просто не протекает. Нет. Родные резинки-то, нет? Да, все. Это я понял, что это вы поставили, а это да. Родные были. Да. Там ничего, не претензий, там все. А вы первый раз в Россию на нем поехали? Да. Первый раз. А до этого где гоняли? Да, в Исландии. В Исландию ездили? Да, и... Так. И вокруг... планируем вокруг Скандинавии будем в следующем году. Вот через... Нет, не отмечаете флажками-то? Пока нет. Нет? Ясно, да. У вас карта какая интересная, с рельефом. С горами. Ну, к сожалению, только до Урала идет. Наши уральские горы. Да, да, да. Об этом мечтали. Так, если тут есть еще ящик там, там есть. Фотооборудование. Ага. И там а вот это что такое там? Вот это вот. Это как? Принтер, да? Да. Принтер даже. Принтер, да. Ясно. А, там есть кресло, там сидеть. Ага. Так. И у нас тоже есть, как? Трон, как? Вертолет маленький. А, вертолет? Трон. Да, я понял, забыл, как называется. Как? Забыл. Так. Я понял, там, что. Там чуть-чуть. Электрический. Так, поднимается. И смотрите, да, то есть так. Снимаете тоже. А вы уже видели наш веб-сайт? Нет. Сейчас. Давайте. Так, напишем. И там мы каждый день пишем дневник. А, то есть отчет, где были, что да, видели. Да, да, да. И выкладываете на веб-сайт. Каждый день. Понял. Если успеем. Мы там. Так. Давайте. Дальше. Здесь шкаф. Ага, ну тут здесь опять обувь. Летняя обувь, тапочки, зимняя обувь. Да, ну, правильно. И там есть, вот за этого есть трума, тоже отопление. Тоже там отопление. Там спойлером для теплой воды ага. Стоит.
Ну да, в Россию надо одежды много брать. У нас погода непредсказуемая. Ну там мы стираем. Сегодня жарко, завтра холодно. Да, у нас все есть. Стираем. Стираешь. Ну, да, всегда, даже душ есть у вас. Так, вот там все посмотрим. Муж снимать, так, так. Ага. Вытащить. Так. Все продумано. Так. Рюкзак сюда. Все. Ну, давайте сайт покажите, на каком можно посмотреть. Чего? Куда? Сайт, веб-сайт. Да, сейчас. Сейчас, так. Здесь. Да? Ух ты. О, можем. Ага. Так. Там. Есть санитарные. Обалдеть. Вещи. Но туалета нету, да, Бьёрн? Туалета нет, это только в... На улице. Для крайних случаев. Обалдеть. Я такое первый раз в жизни вижу. Люди. Так, можно так снимать. Да. И там есть... Со стульчиком. Да, и там есть там пакетчики черные. Можно... И там... Обалдеть. Нормально. Ага. Ну, там будет еще химический. Больше. Поставите потом сюда. Да. Ну, место нет, есть. Нет, это помогает уже. А, ну да. Очень редко используют. Прищепки. Вот там, так, у вас еще такие прищепки бывают? Я уже у нас не видел давно. Это ерунда. Это... Мы купили русские. Да? Пластмассовые. Есть все-таки? А, да, пластмассовые. Это китайские, это, наверное. Кружка. Так. Ага. Сейчас сломают. Наши так. Пластмассовые прищепки, наверное, сделаны в Китае лучше получается. Так. А там здесь еще. Ух ты, еще одно отделение, так? Да? Так, здесь. Швабры, щетки. И там есть стол. Ага. Можно сидеть. Ага. Там. Так. 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 Здорово. Хочу тоже фургон на рыбалку ездить. Ой. Обалдеть. Так. Так, там камеры, видишь? Ага, все, да. Вижу две камеры. Вот одна, да. Камера и вторая. Одна, камера. Так и там. Ага. И тоже солнечная батарея маленькая. Так, это для лампочки. Для камер? Это а, для лампочки. Это совсем отдельно. А это датчик движения, когда, да, кто-то идет, да, зажигается, да, свет. Да, можем выключить. Ага. Так. Это очень помогает. Там есть... Так. Это еще. Здесь вода заправляется. Еще вода заправляется, да? Заправляется. А сколько, говорите, 400 литров? 400, да. 400 литров. Вот этот. Сюда можно. А кемпинг, кемпинг тоже. Так. Ну да, то есть тент можно, тент, да. Тент. Тент. Так. Под солнышко. Так. Ага. А тут вот алюминиевый такой ящик красивый. Да. Еще один топливный бак или нет? Нет, 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 инструмент? Там инструменты и приборы даже есть. А как и мальчик же так? Я лет 5 назад, наверное, продавал в Германию седельный тягач бескапотник. Тоже, наверное, фанаты сделают кунг и будут ездить. Бескапотник, Урал. Ага. Это генератор. Да. Мощный. Сколько? Ну, не мощный, 2,3 всего. Да, ну как не мощный. Для нас мощный. Телевизор. Ну да. И флекс там. Что-то вода бежит. Картофель толочь. Серьезно, что? Нет. Это для смены манжеты подкачки. Манжеты. А, ну то есть все-таки сифонят, да, манжеты-то получается? Так они все равно изнашиваются. Автомобилю 28 лет. Они меняли, говорят. Они с собой возят. Мы им сейчас манжеты в круг поменяли все. Это первые там все. Штанги реактивные поменяли на новые. Еще диск. То есть, ну, автомобиль-то походил все равно. Диск еще вот какой-то. Манжеты?
Это один был такой? Один был запас. А что такой, это вареный, что ли? Это родной был. Это 375. Это такой диск. Такой диск, он сборный. Сыновья был раньше, да? Сборный. То есть он варился, получается? Да. Ничего себе. Раритет-то какой. Надо так его продать можно, наверное, за бешеные деньги. Ну, конечно, кто его купит? Его крутить гаек, видите? Да я шучу. Да. Они еще не все поддавались. Обалдеть. То есть тут вместо кольца, получается, он на гайках. Правильно, сейчас же кольцо стоит. А раньше, получается, вот так вот, да, крепился? Он говорит, три колеса у них такие было. Где-то они поменяли. Ну, родные, они родные. А это, да. Ну, они не родные, это свой, где-то они там, видать, уже прикупили. Да, очень интересно. Ну, фанаты, правда? Да, конечно, я уважаю. Немцы ездят на русском Урале по России. Да. Почему не на Унимоге-то, елки-палки, не на Мерседесе? Я смотрю картинки иногда на Авито, мечтаю все этот, ну, смотрю, некоторые делают этот. Мерседес-то у вас есть, как он? Унимог. Нет, Унимог это вездеход, это большой совсем. А не джип-то большой. У вас есть этот, на УАЗик-то наш похож. Как он называется? Мерседес-К. Ж-класс, по-моему, как он? Ч-класс, К. А у нас он как называется? Сейчас скажу. Хаммер. Не Хаммер. Хаммер это американский. Это Мерседес-К. Короче, мы забыли, как Мерседес называется, который на УАЗик похож. Вот я смотрю на него, думаю, блин, вот бы круто есть было. Есть Мерседес, похожий на твой УАЗик, который у тебя, да, в гараже стоит. Да, это название Мерседес-К. Джи, ну да. Понятно. Серьезная машина. С номерами. Герхард, хотели веб-сайт показать, пока сейчас, не забыли. Сейчас еще одно слово. Ну, движок камазовский нас, стоит, да? У нас в кармане. Ну, чистенько там все. Ну-ка я залезу, можно? Так, еще. Ага. У нас в кармане первые буквы обозначают город. Город. Это город Кюриц. Это К и Икрик. Ага. Где Вольфганг живет, это... Кюриц. Кюриц. Вот, знаете, там нет, есть... не знаю, не был. И вот это все остальное там получится как угодно. Но мы специально выбрали П и З, что читается по-русски курс. Курс. А, вон курс как. Курс 90. 90. Значит, а 90 почему? На восточный курс. А. Там 0 север, 90 восток. 180 юг, 270 запад. Это курс восточный. Угу. Так, сейчас... залезу я. Эх, даже эти на старом Урале были. Как хватать? Хваталки. Это вот камазовский движок. Сухонький даже почти что. А нет, вот снизу, да? Много масла-то кушаете. Сколько доливаете-то на 1000? Полтора литра. Полтора литра? Да. То есть фигня вообще. А? На 1000. Мало, говорит. Да. Для этих-то лет-то он уже. Да. Вот такой вот. Ну, расход у нас 27. 27-28 литров. Понятно. Сейчас Уралы стали делать с бошевской, с вашей аппаратурой, с немецкой. Они не хотят ехать вообще. 100 тысяч в ремонт. Раз в России все есть. Зачем купить Porsche, Mercedes, Iveco? У нас принято так, что все западное лучше. Так, принято. Нам вдалбливали. Ваши умные головы вдалбливали, ваши, мы американские, тоже, чтобы мы покупали все на Западе. Так, вот. так. Чтобы, ну, чтобы ваша экономика развивалась. Так. Я вспомнил, как машина это называлась. Гелендваген. Гелендваген. Гелендваген, да. Гелендваген – это общее название для всех внедорожников. А, просто. А у нас просто гелик называется, Гелендваген. Ну, гелик, Гелендваген, да. Гелендваген, да. Гелендваген. Мы вспомнили Гелендваген. Гелендваген. Ну, вам... Теперь люксовая иномарка у нас считается. Да, очень дорого стоит.
Герхард, что скажете про наш-то Урал-то новый, Next? Как он вам? Красавец. Красавец? Да. Все. Мне тоже нравится. Посмотрели. Там, симпатичный. Очень симпатичный. Даже, но только пластиковый. Даже старые очень симпатичные. Вот если смотришь на эту машину, это уже... Нравится вам, да? Да. Не, ну в хорошем состоянии машина сохранилась, конечно. Молодцы вы. Молодцы, можете себе позволить. Ну, вы уже на пенсии, наверное, да? Да, А Вольфганг, он же, наверное, не на пенсии, он же работает, да? Он работает. Он, отпуск взял? Нет, у него есть собственная фирма. А, своя фирма. Он, да. Своя фирма, он IT-эксперт. IT-информатик. То есть можете себе позволить попутешествовать по России? Ну, к сожалению, у него тоже есть, ему надо вернуться. Ну, поэтому, понятно. Поэтому не успели до Иркутска. Ну, в следующий только, раз. Только в Омске был. А в следующий раз. Вдруг кто-то из подписчиков захочет зайти на сайт и посмотреть ваш маршрут. И почитать ваш отчет. Да, думаю, надо прочитать. Журнал, да. Так. Курс 90.de. Ну, то есть спереди 3W.курс90.de. Каждый день они писали, что они видели в России у нас. Вообще, нам, наверное, многим будет интересно почитать. Потому что мы сами-то иногда едем, удивляемся, да? Да. Я вспомнил историю про воду в баке. Это анекдот недавно вот читали. Да. Вот я думаю, что вы... Ну... Ты не слышал этот анекдот? Немец приехал, немец инженер приехал посмотреть, как себя ведут мерседесы на севере. Да. К нам в Россию приехал, ага. Едет по дороге с водителем рядом, смотрит, впереди идет Урал, вот такой, встает. Стоп, что случилось? Подходит, спрашивает, что случилось? А. Нет, выбегает с ведром. Смотрит. Водитель вылезает, берет ведро, подходит к луже. Черпает воду, выливает в бак топливный, заводит машину, едет дальше. Тут говорит, как так? Немец недоумение, да? Он говорит, нет, топливозаборник высоко стоит от дна, дно бака. Да, топливозаборник высоко, не достает до солярки, солярки мало. Да. Ведро вылил, уровень солярки поднялся, ему хватило 10 километров доехать до базы, поставить машину. Он говорит, а... Нельзя, что ли, ниже-то опустить топливозаборник? Зачем так воду-то в бак наливать? Он говорит. А вдруг в солярке вода? Да, нахрена. Только с бака снизу засосет, поэтому он высоко. Но если надо доехать, надо воду вылить туда. Только перед этим было удивление. У вас что, говорит, есть машины, которые на воде работают? Да. Ну давайте, что, побежим мы с дочкой? Вам счастливого пути. Спасибо. Вот. Очень было интересно. Я думаю, через недельку, через две вот так вот мы этот обзор выпустим. Так. Вот. И вот посмотрите. На YouTube. На YouTube, да. Да. Ладно. Спасибо. Вот. До свидания. Давайте, счастливо. Ну все, мы побежим. До свидания. По-немецки. Домой ветрянку привезешь. Auf Wiedersehen, скажи. Auf Wiedersehen. А как по-английски? По-английски? А, goodbye. Да, и bye-bye. И bye-bye. Bye.